Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимает участие порядка 50 компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых проектов отрасли. Участники выставки знакомятся с новыми компаниями, заключают договоры, находят новые деловые контакты. Проект проходит при поддержке Министерства энергетики России, правительства Самарской области, Самарской губернской думы и администрации городского округа Самара. Официальным партнером выступает общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». На форуме традиционно представлены и Самарское региональное отделение Союза машиностроителей России, представители которого приняли участие в панельной дискуссии «Прикладный аспект реализации дорожной карты EnergyNet национальной технологической инициативы». Были подняты такие важные вопросы, как утилизация источников питания электромобилей, снижение нагрузки на электросети в связи с переходом на энергосберегающие источники освещения, а также вопросы развития отечественной энергетики и электроэнергетики, определенные современными инновационными технологиями. Кроме того, участники выставки форума могли присоединиться к проекту регоотделения «Союзмаш» по утилизации отработанных батареек.